Ужасная трагедия в Новочебоксарске унесла жизни двух малолетних детей. Родные, брат и сестра погибли при пожаре в квартире. Девочке было 5 лет, а мальчику не исполнилось и 2. Дети были дома одни. Пожар вспыхнул 3 апреля примерно в 19:45 вечера. Горела квартира на первом этаже многоквартирного дома по Речному бульвару. По данным правоохранительных органов, мама оставила детей одних и ушла по своим делам. Уже произошло 5 пожаров, а детская шла с огнем. Вчера в 19:48 обнаружено 2 погибших детей в жилом, на квартирном жилом доме в Новочебоксарске, 12-этажном. Как обычно, детская шла с огнем, баловались зажигалкой. К сожалению, в данном случае трагедии способствовало то, что мать родная оставила детей запертыми за железной дверью на 2 замка и уехала отдыхать. Дети не смогли выбраться из квартиры. Они погибли от отравления угарным газом. Мы считаем, что в данном случае вина лежит полностью на родителях. Поэтому призываем всех родителей не оставлять детей несовершеннолетних одних. Учить их, прежде всего, не паниковать во время чрезвычайной ситуации пожаров. Объяснять, как выходить из помещений, из зданий, сооружений, из квартиры. Что нужно всегда покидать, когда только начинается дым. Что в первую очередь спасение детей, людей, и только потом имущество. Вот на это надо нацелить своих родных, близких и детей в том числе. Как такое могло произойти, сейчас выясняют прокуратура и Следственный комитет. По факту смерти детей возбуждено уголовное дело. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней жительницы Новочебоксарска. Она подозревается в причинении смерти по неосторожности 2 лицам. По версии следствия, 3 апреля подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения ушла из своей квартиры, оставив там своих малолетних детей. Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. В ходе следствия будет дана надлежащая правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Расследование уголовного дела продолжается. Матери, которая оставила своих детей без присмотра, может грозить до 4 лет лишения свободы.